Одному лишь металлу известно, как ржавчина съедает его железные кости. Мы же, очевидцы этого процесса, просто наблюдаем, возмущаемся устаревшим лицом металла и задаем себе вопрос, как же эту болезнь предупредить или чаще, как от нее избавиться. Благо, в настоящее время существует скальпель для ржавой хандры, который дает металлу возможность обрести новую здоровую жизнь. Известная проблема, когда металлические поверхности покрываются ржавчиной. Как правило, ржавчину необходимо удалять. Существует такой метод устранения ржавчины, как модификатор ржавчины, MADMET. Он очень интенсивно воздействует на ржавчину, устраняя ее быстро и легко. Через несколько часов необходимо ее смыть водой, и металлические поверхности готовы к последующей обработке. Модификатор ржавчины MADMET обладает несколькими железными свойствами. Быстро удаляет ржавчину, быстро высыхает и в дальнейшем дает стойкость обработанных поверхностей коррозии. Имея такие характеристики, его предназначение – удаление ржавчины при подготовке металлических поверхностей, грунтовки и покраски.